А вы путешествовали когда-нибудь по дереву? Да-да, по одному дереву. В Варнинском морском парке есть такое дерево, по которому можно путешествовать. И даже не один раз. И каждый раз открывать что-нибудь новое. С вами Ольга Липатова. Подпишитесь на мой канал, нажав на фотографию в правом верхнем углу, чтобы узнать больше о разнообразных путешествиях. С вами была Ольга Липатова. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, нажав на кнопку «Подписаться» под этим видео. И не забудьте нажать на колокольчик. И до встречи в новых видео!